Шестой Крис Смолинг и Европа. Мхитарян с мячом. Римляне атакуют. Бить в ближний угол. Но такая довольно атака. Вот обыграла Янг Бойс на выезде. Так что, и, кстати, он лучший снайпер. Мхитарян. Его оставили одного. И нацелен на штрафную. Крис Смолинг играет головой. Вот, в нужную передачу отдавал. Надежно сыграл Кришета. Удар с подбора. Да, переоценил свои возможности. Пытался схватить Мхитаряна сзади. Руф поставил. Притащил мяч в штрафную. Тишевый удар. Удары. Нельзя сказать, что Мхитарян. Ну и неплохо получается. Я говорил, что в трех последних. И клуб ЧФР Клуж полностью вылечить футболиста. Пусть он продолжает восстанавливаться. Педро пасует на линию штрафной. Мхитарян. 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 Хороший пас. Еще одна хорошая передача. Борха Майраль. Навес. Удар и гол. Вот седьмой бил без шансов для вратаря. Рано или поздно. Это Рожков. Смотрим второй тайм и смотрим атаку Ромы. Это Мхитарян. Типа Смолинга в составе Ромы по этой части, но головой за... Сейчас по игроку, по Мхитаряну работает Радованович. Чуть центрее, чем нужно. А Мхитарян-то хотел, ему способен создать момент, но партнеры должны быть внимательны. И стянув на себя троих защитников, Бруно Перес. Великолепный пас, Мхитарян! Гол! Играли всю оборону соперника. Римляне и Мхитарян. Центральные защитники Джено. Вторая такая яркая ошибка. Мхитарян великолепно убрал мяч от защитника. Пасует испанец. Удар с летом. Как ни двух. Никого рядом. Матч завершается. Рома наиграла на победу. Рома 3-1. Рома выигрывает. Доброго и до новых встреч.